Добрый вечер, господа друзья! Приветствую вас обратно на моем канале. Сегодня опять очередной супчик. На быструю руку я посмотрела, что у меня в холодильнике. И все, что я там нашла. Из этого мы будем делать очень вкусный мясной суп. Потому что я нашла в морозилке вот такие ребрышки. Ну, это для супа, там по-другому их никак использовать, наверное, не надо. Я их буду варить в супе для бульона. Ну, и получится очень вкусный суп с шампиньонами и овощами и свиными, свежими свиными ребрышками. По-латышски. Начинаем. Для приготовления, значит, нам понадобится вот мясо. Я даже не знаю, сколько. Я нашла просто в морозилке, ну, здесь где-то, ну, 800 грамм, может быть. Такие ребрышки свежие. Я их разморозила. 3 морковки. 12 вот таких маленьких картофелин. У меня вот такие. Шампиньоны. Здесь у меня 350 граммов. 6 столовых ложек риса. Здесь у меня 12 разных перчиков и 2 лавровых листа. Красный перец, паприка. Приправа для свинины. 2 лука. 2 и 4 зубчика чеснока. Ну, соль. И еще в конце добавим немножко зелени. У меня сушеная петрушка и укроп. Ну вот, все. Начинаем. В кастрюлю я залила 3 литра воды и отправляю туда мясо вариться. И будем снимать пену. Варим, пока мясо готово. Пока варится мясо, я нарезаю картошку на кубики. Нарезали картошку. Теперь нарежу морковку. Морковку я нарежу тоже на маленькие кусочки. Не буду тереть на терочке. Просто на кусочки нарежу. Вот морковочка. Сейчас лук нарежем. Надавим сюда чесночку. Я ничего обжаривать не буду. Обжарки не будет. Есть. Так, нарезали. Ну вот, смотрите, тут у меня варится мясо. Я поснимала уже пену. И сейчас добавляю морковку, лук и чеснок. Вот. Нам же надо придать какой-то вкус мясу. Соль. Немножко добавлю красного перчика. Буквально так. И приправа для свиньи. Свиная приправа. Вот так. И туда еще рис. Во. Рис 6 столовых ложек. А мы тем временем нарежем еще шампиньоны. Ну, такие.
Можно и на кубики. Вот на такие кусочки. Нарезала шампиньоны. Я нарезала все шампиньоны. Значит, 350 грамм. И я забыла сказать, что еще нужны будут помидорчики. Я взяла 2 помидора. Тоже нарежем на кусочки. Потому что у нас же суп овощной. Значит, нам там надо много овощей. Разных. Так как-то нарезала и помидорчики. Ну вот, смотрите, варится наш супчик. Вот. Вот он. Туда добавляю сейчас картошку. Ну и все грибочки. Они спадут, они станут поменьше, сварятся. Ну и, конечно, добавляем сюда вот перчик, лавровый лист. Помидорчики в самом конце я добавлю. Ну вот сейчас пусть варится. Ну, я не знаю, где-то, ну... Я думаю, я оставлю где-то на час. Ну вот, господа, друзья, супчик варился где-то, ну, примерно 1,5 часа. Мне показалось, что еще мясо было, ну, еще надо было, чтобы не было, ну, чтобы мясо было мягче. И вот сейчас что я делаю? Я вынимаю мясо, потому что я его буду отделять. Я его буду отделять. Вот. А сюда я добавлю помидорчики. Ну, вот смотрите, я отделила косточки. Вот тут мне для собачки будут косточки. А эти я отправляю обратно в суп. Я мясо немножко еще разрезала, мельче на кусочки и отправляю обратно. Ну вот, и смотрите, вот какой у нас супчик получился. Вот, немножко красненький от помидорчика. Там наши и еще... грибочки и рис. Все уже сварилось. В общем, супчик готов. Я его снимаю и будем пробовать. Ну вот, господа, друзья, супчик готов. Я вам поднесу его немножко поближе. Вот, смотрите. Вот. Чего там только нет. И мясо, и шампиньоны, и овощи. В общем, и ребрышки свинины, и ребрышки свежие. Очень вкусно. Сейчас. Вот, господа, друзья, вот она, вот супчик. Я так кушать хочу, что даже переспать негде. Ой, как вкусно. Очень. Ой. Очень вкусно. Супчик отменный, сытный. Со сметанкой. Вот эту еще сметанку. Можно и без сметаны, да, но я люблю, когда супы подают со сметаной.
В общем, так. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Попробуйте, приготовьте. Угу, не пожалеете. Очень вкусно. Недорого, потому что все ингредиенты, они недорогие. Но суп получается очень сытным. И, в принципе, это грибной зуб. Это зуб. Это я уже по-латышски. Грибной суп. Это шампиньоны ведь там у нас. Но он не со вкусом грибным. Совсем нет. Это я говорю потому, что я не люблю. Ну, я кушаю, но не очень люблю настоящий грибной суп. Когда, ну, в лесу собираем грибы и там сушим. Или вот такой суп нет. А с шампиньонами почему-то я кушаю. Ну, вот. И хочу сказать, что очень вкусно. Угу. А моя мама вообще грибы не кушает. Сейчас... Вот жаль, что вы не увидите, как она будет кушать этот суп. Вот так. Ата! До следующего раза. Я вас люблю. Ата!